Молдавский лей продолжает сдавать позиции. По курсу Нацбанка евро подорожал на 9 банов и оценивается в 19 леев 31 бан. Доллар прибавил 5 банов и торгуется по 17.37. На 2 бана вырос в цене румынский лей, за него дают 4 леи 4 бана. Курс украинской гривны и российского рубля остался неизменным – 72 и 28 банов соответственно.